«Я увидел человеческое лицо Бога, и душа моя была спасена». Святой Иоанн Дамаскин, богослов и теоретик иконописи. В раннехристианские времена для изображения Иисуса Христа часто использовались аллегорические образы. Спасителя изображали в виде ягненка или агнца, ихтиса или рыбы, пеликана и даже якоря. Среди антропоморфных, то есть имеющих человеческий образ изображений того времени, особой популярностью пользовался образ Орфея, играющего на арфе. Символические изображения Христа были запрещены в 692 году постановлением 5-6 Трульского Вселенского собора, состоявшегося в Константинополе. Самое древнее из канонических изображений Иисуса Христа – это Спас Нерукотворный. Согласно легенде, этот образ Спасителя отпечатался чудесным образом на полотенце или убрусе, которым Господь утер свое лицо. Таким образом, создателем первой иконы стал сам Христос. Наиболее классичной из русских икон данного типа является Спас Нерукотворный XII века из Новгорода. На светлом фоне изображен лик в обрамлении особого крестчатого нимба. Исторически Христа изображают человеком средних лет, с правильными чертами лица, выразительными карими или синими глазами, с темно-каштановыми волосами до плеч и небольшой бородой. На Руси сложился особый вид нерукотворного образа – «Спас мокрая борода». Изображение Спасителя с бородой клинообразной формы известно из византийских источников, но только на русской почве они оформились в отдельный иконографический тип. Второй древнейший образ Христа уходит корнями в античную живопись и носит название «Добрый пастырь». «Ас езем пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Читаем мы в Евангелии от Иоанна. Этот иконографический тип относит к эпохе очень раннего средневековья. В более поздние периоды изображение доброго пастыря встречается крайне редко. Центральный образ в иконографии Христа – это Спас-Вседержитель или Пантократор, что в переводе с греческого языка означает «всевластный». Здесь Создатель предстает как небесный царь или судья. Он будто обозревает землю с небес, говоря: «Аз есмь Альфа и Омега, кто был, кто есть и кто будет всемогущий». Обычно верхняя одежда Христа – гематий, изображалась синий, а рубаха – хитон, красный или лиловый. Это символизирует человеческое воплощение и божественную сущность Христа соответственно. Согласно канону, в левой руке Христа закрыто Евангелие, а пальцы правой сложены в благословляющем жесте. Но встречаются иконы, где Евангелие в руке Спасителя открыто, и можно прочитать: «Приидите ко мне, все труждающиеся, и обременении, и аз упокою вы». Или: «Аз есмь свет миру, ходяй по мне, не имать ходите во тьме, но имать свет животный». Образ Христа Вседержителя используется в одиночных иконах в составе деисусных композиций, в иконостасах и в стенных росписях. Спас Вседержитель традиционно занимает пространство центрального купола православного храма. Разновидностью образа Христа Пантократора является изображение Спаса на престоле. Спаситель в царских одеждах сидит на троне с открытым Евангелием в руке. Здесь открытое Евангелие символизирует страшный суд. Если на иконе Спас Вседержитель, Господь, Творец и Создатель всего сущего, то на иконе Спас на престоле он уже грозный судья, но и избавитель бессмертных праведных душ в конце времен. Еще одна из разновидностей изображения Христа Вседержителя – это Спас в силах, центральная икона в традиционном русском иконостасе. Христос восседает на троне в окружении небесных сил. Фон иконы обычно золотой, он заполнен геометрическими фигурами. На красный квадрат наложены синий овал и красный ромб. Эти геометрические фигуры символически представляют образ Вселенной. Нижний квадрат означает землю, его четыре угла символизируют четыре стороны света.
Синий овал или круг означает небесную сферу. Все, что изображено внутри синего овала – ангельские лики, крылья, глаза, подножие престола и даже сам престол – все это символические изображения различных небесных сил. Фигура Иисуса Христа, сидящего на престоле, изображена на фоне красного ромба. Этот ромб символизирует небесный огонь, огненную природу божества. В православном храме иконы «Спас на престоле» и «Спас в силах» обычно помещаются над царскими вратами, в центре деисусного ряда. В более поздний период получил распространение тип иконографии Христа, именуемый «Царь царем» или «Христос великий архиерей». На иконах этого типа Спаситель представлен в царской одежде и в венце в виде короны. Этот иконографический тип вошел в русскую иконографию только в конце 17 века. Здесь художники пытались запечатлеть явление Господа Иисуса Христа так, как оно написано в книге Откровения Иоанна Богослова. Одна из наиболее известных икон подобного типа принадлежит кисти иконописца Казанцева и написана им в 1690 году. «И нарекут ему имя Эммануил». Спас Эммануил – это отдельный иконографический тип, когда Спасителя изображают в отроческом возрасте. Много трогательных образов было создано в рамках этого канона. Маленького Христа часто изображают со свитком в руке. Свиток подчеркивает, что пришел именно тот, о ком говорили ветхозаветные пророки. Иконографический тип «Христос – истинная лоза» представляет Спасителя в образе Вседержителя, окруженного лозой, в ветвях которой изображаются апостолы, а иногда еще и Богородица и Иоанн Предтеча. Именование Христа лозой основано на евангельских словах «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь».